Так, мы находим монастырь Варлаам. Тут вот людей намного больше, чем в монастыре Агиос Николаасом. Намного больше, тут прямо. А вот канатная дорога. Вон канатная дорога. Идет, кстати, вот вагончик, я вижу. Посмотри, вагончик он идет. Вовремя я заснял как раз. Снимаю видео во время того, как вагончик поднимается. Русани, наш последний монастырь, в который мы хотим пойти, планируем пойти, монастырь Русани. А вот этот вот Варлаам. Поднимаемся наверх. Сейчас поднимемся на самый верх. По этим ступенькам. А мы пришли с дороги. Здесь тропинка пешеходная с дороги. Оттуда снизу. До этого монастыря. Монастырь, который вот там напротив, это монастырь Мигалос Метеора. Он закрыт сегодня.